Почти готовый инструмент. Тут даже наконечники пластиковые есть. Практически тут с небольшой доделкой можно сделать три крючочка. Плюс еще вот такая штука. Была тяпочка в садоводческом магазине. Просто лишние две детальки были удалены. Вот здесь они прикреплены. Заточено слегка. Вот. Цена вопроса копеечная. А этим можно уже пользоваться. Всем удачи. Пока-пока.